Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня у нас куда пошло? Сегодня у нас 11 февраля 2019 года. Свиноматка пошла погулять. Выпустили ее немножко. А ну, подвинься, дай мы на тебя посмотрим. Видите, 2 недели после опороса уже похудала конкретно. Мы ее... О, тетя! Чего ты туда лезешь? Выпустили немножко погулять. Погода у нас сейчас, температура плюсовая. Пойдем сейчас взвесим ее поросяток, сколько они набрали. Вес поросенка должен составлять 2 недели, согласно таблице, в среднем 4,4 килограмма. 4,4. Ладно, пусть играется, мы пойдем до поросят. Да, вот у меня помощница. Давай, Ангелин, хватай. Чуть-чуть назад, Ангелин, отойди. Были 300. Все, убирай. Ну, предел, да. Все, быстро. Давай. Наверх опускай. О, 4,950. Забирай. Подожди. Давай, выкидывай. Сколько там было? 4,950. О, 2,4,900. Ну, здоровый, самый большой. Самый большой. Дерутся. Дерутся, он все уши. Все, короче, давай. На место закидываем. Мамочка. Сейчас меня как грызанэ за морду. Давай, давай. Жрачка, вот там. Вот там кушай. Иди воду пей, как ты любишь. Давай, иди. Все, короче, упарила. Давай. Все. Видишь, получается в районе 5 килограмм даже. Ну, 1,4. Не, ну, тут тоже, мне кажется, просто эта фигня раньше сработала, дернули ее. У него он примерно такой же вес, мне кажется, там около... Ну, в районе 5 килограмм, 4,4. Ну, в принципе, нормально. Да, есть больше, есть. Всегда будет кто-то больше, кто-то меньше. Ну, средний килограмм 4,4. Не, ну, 4,400 должно быть, он так и есть. В районе этого есть вес. А, ну, видите, он самый такой широкий и полный. Для чего взвешивание производить? Ну, в первую очередь, для того, чтобы понять, развиваются нормально поросятки или нет. По большому счету, ну, видно, я думаю, видно будет. Конкретно видно будет, что они добавили, ну, в 2 раза практически. Ну, такой, как должен быть. Если честно, у этой свиноматки в этот раз поросята были не очень крупные, но растут неплохо, как по мне. Сразу от рождения у них был вес где-то 1,4 килограмма. В недельном возрасте взвешивали где-то 2,6. Да, Илюха, даже чуть больше было, по-моему. Да. Ну и вот сейчас, вы видели, 4,300, ну в районе 4,400 они все-таки добирают свой вес. Уже они активно хотят что-нибудь съесть. Но все никак не приучится заходить от мамы, убегать в этот сам. Ну ничего, я думаю, мы что-нибудь придумаем, и они смогут это делать. Потому что к маме, возле мамы, если поставить еду, мама все поест, им ничего не достанется. Решили съесть лопату мою. Поросятки 2 раза были витаминами проколоты. Здесь получается 7 свинок и 2 кабанчика. Точнее, еще хрячка. Мы их пока не кастрировали. Ангелина, не тягай за хвост. Что ты там уже нашел такого вкусного? Лопатку нашел вкусную. Тут одни свинки. Ну, я же говорю, для чего взвешивание? Смотрим, чтобы было понятно, как они себя развиваются, растут, не растут. Хватает им, не хватает. Ну, по их виду видно, что им, в принципе, хватает. Я думаю, мамкиного молока. Покажи. Видите, да? Зайчика, возьми его. Встань вот так, чтобы посмотреть на него.
Иди сюда. Все, так. Что у тебя все в руках? Орут, елки. Ты, наверное, когда меня нету дома, ты, наверное, ходишь с ними и играешься здесь, да? Нет. Что, свиноматка тебя прогонит? А то рыжая меня сожрет тут уже давно. Сожрала. Эти все. Все на папу похожи сильно. Ну, в принципе, по взвешиванию все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.